Всем привет, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Сегодня я вам расскажу о том, как получить максимальный бонус и при этом правильно активировать промокод. Что вам для этого необходимо будет сделать в первую очередь? Конечно же, заглянуть в закрепленный комментарий. Там вы найдете ссылку на официальное зеркало, с которого скачаете официальное приложение. Далее, в описании к видео вы найдете наш актуальный промокод, который поможет вам заработать огромный бонус. После того, как мы с вами скачали официальное приложение, то мы в него заходим, и если у вас имеется аккаунт, из него необходимо будет выйти. Это важное условие для получения бонуса. Запомните это. Далее нажимаем «Регистрация». В меню регистрации мы с вами увидим 4 варианта. Можете выбрать любой, удобный для вас. И по аналогии пройти регистрацию, как я покажу вам сейчас, на примере в один клик. Страна Россия, валюта российский рубль, выбор бонуса на ваше усмотрение, промокод 1x занос. Соглашаемся с условиями и нажимаем на зеленый кружочек. Далее, так или иначе, мы попадем в меню капчи, подтверждаем, что мы не роботы, и проходим капчу. В этом ничего страшного нету, это абсолютно нормально. Вот и все. Нажимаем подтвердить. И у вас появится логин и пароль. У меня это ошибка, потому что сегодня я уже регистрировал аккаунт, в этом ничего такого нету. У вас же будет виден логин и пароль, который я вам советую заскринить либо поменять. И после этого мы с вами переходим в финальный этап. Это в меню пополнения счета. В этом меню мы с вами выбираем любой удобный для нас способ, после чего бонус автоматически поступает к нам на баланс. Друзья, если у вас остались какие-либо вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях. Я на них в скором времени отвечу. Если у вас есть желание поддержать нас, наш канал, если наше видео вам помогло, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И также будем рады, если вы будете переходить по ссылке в закрепленном комментарии и использовать наш промокод из описания. Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока.